Представьте себе жизнь без гражданства. Каково это – жить без документов? У матери Зейнепкан Азиз-Кызы был старый советский паспорт. Она не смогла зарегистрировать рождение Зейнепкан. Из-за этого впоследствии Зейнепкан не получила свой паспорт. Когда Зейнепкан сама стала мамой, она столкнулась с проблемами в роддоме. Когда нужно было поставить на учет детей, они не принимали и с трудом приняли. В роддоме тоже были трудности, пришлось побегать, чтобы приняли роды. Без документов Зейнепкан не могла оформить свидетельство о рождении для своих детей. Тогда она обратилась за помощью в правовую клинику «Адилет», партнеру ВКБ ООН в Кыргызстане. Мы сначала документировали ее, в последующем одного ребенка, а второго ребенка она уже сама. И в настоящее время, благодаря этому она, естественно, пользуется социальной помощью на детей, получила материальную помощь, которая у нас предусмотрена в случае рождения уже второго ребенка. Теперь, когда у Зейнепкан есть паспорт, она сможет начать новую жизнь. Как только подрастет младший, я бы хотела продолжить учебу. Теперь я могу реализовать планы, к которым не могла приступить раньше. Без гражданства – это серьезная проблема, которая мешает людям получить доступ к основным правам. В 2014 году ОВКБ ООН запустила глобальную кампанию «iBelong» по искоренению без гражданства к 2024 году. Поддержите кампанию «iBelong», чтобы помочь миллионам людей без гражданства по всему миру.